Здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы! Мы, сказочная Русь на Красной площади! Ура! Ура! Да, два богатыря, две красных девицы, ведьмы. Подойди ближе, давай. Сегодня семестр Жарьего Тела начался. 2021 лета от Рождества Бога Слова. Наступает эпоха Волка, утро Сварога, понимаете, все хорошо. Мы начали проводить здесь обряд. Сказочно, слышите, волки воют. Где волки? Эпоха волка. Где? На Красной площади. А вой, вой, волки. Слышите, волки воют на Красной площади. Мы начали здесь петь священные песни, сразу куранты забили в эту же секунду. Вы понимаете? Нас благословляет царь Горох. Нас благословляют родные боги. Нас благословляют кремлевские куранты. Мы провели здесь обряд. Сказочно. Теперь в Кремле будут заседать только добрые люди. Запомните этот день. Праздник Громницы. Начало февраля. Семестр Жарьего Тела. У нас прошел конгресс по буквице. Да, Дубыня? Да. Да, Василиса? Да. Вот. Сейчас в гостином дворе, вот здесь рядом гостиный двор, самый древний выставочный комплекс Руси. И там Русь, там матрешки, там колобки, там гжель. Выставка проходит. Уникальная, да, Россия. Громко приглашаем всех. Да, уникальная Россия. Выставка еще будет 2 недели. В гостином дворе обязательно приезжайте в Москву. Там почти нет людей. Поэтому на этой выставке минимальные цены. Иван-Царевич купил сундук сказочных сокровищ. Потому что надо жить сказочно красиво. Надо, чтобы был дом твой похож на сказочный музей, на сказочный терем. Правильно? Заходишь, там рушники, матрешки, колобки, правильно? Конечно. Вот. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, все хорошо для тех, у кого есть царь в голове. Вот. Значит, макарона фикус вон подметает подметальная машина. Вот. А у нас расцвет. Видите, Кремль светится, золотишко горит. А это храм 39-го царства. Здесь центральный купол золотой, это солнышко. А вокруг 9 куполов, это символ 9 планет Солнечной системы, понимаете? Поэтому на Красной площади храм 39-го царства сказочной Руси. Башня называется как? Спасская. Спасская. А Спас — это древнеславянский бог, Спас. Понимаете? И у нас Спас нерукотворный, самая древняя икона, правильно? И самая крутая тема — казачий Спас. Да, самая крутая тема — это казачий Спас. Поэтому вокруг ведическое. И смотрите, светится древний-древний золотой храм. Смотрите, какой красивый. А там каток ледяной, покажи. Здесь каток ледяной, там катаются люди добрые, веселятся. Вот. Так, поворачивай. Поэтому мы всех поздравляем с праздниками Громницы. Мы всех поздравляем с тем, что 2021 лето — это будет чудесное время, когда люди станут на крыло, взлетят на крыльях любви, радости и удачи. В сказочной Руси все хорошо. Запомните, зарубите себе на носу. Да, Дубыня? Да. Скажи еще веское слово богатырское. Все чудесно. Ура! 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 Ура!